здесь сегодня состоится, я думаю, самый лучший и самый увлекательный матч за все эти два тура. Почему? А потому что первый бросок по воротам команды «Иртыш» уже состоялся. Аким города Темиртау присутствует сегодня на ледовой арене. Под 10-м номером Евгений Гасников играет. Выходит в зону соперника темиртауская команда. И тут же пытается у нас группа поддержки скандировать шайбу, шайбу. Пытаться. Опасный момент, бросок и гол! 82-й номер команды Темиртау, это Эмиль Нургалиев! Больше времени находится в зоне темиртауской команды. Но тот же момент, один единственный выход. Сегодня открою секрет перед бросок опасный с неудобной руки Демид Еремеев. Норик. Александр Архипов на площадке, знакомый темиртауским болельщикам. Бросок не последовал, пас. Бросок и Александр Архипов забрасывает первую шайбу в ворота темиртауской команды. Да, со всем большим уважением команды во втором периоде. Понятно, что первый стартовый период, как и бросок по воротам. Опасность, здесь шайба, шайба у Демида Еремеева. Я так думаю, что второй период. Ну, судя по наблюдениям, Мазонин, бросок у Демид Еремеев. Срывает шквал аплодисментов. Там понятно, если посмотреть повтор. Втроем там остановили Владимира. И может получиться выход 2 в 1. Ай, Желнировский! Отточенный у них на тренировках. Но игра есть игра. Нужно смотреть по ситуации. Там Данилов, правозащитников, Орлов. Дима. Яхан села бросать. Взгляд автоматически ушел на шайбу. Но Дмитрий Орлов встал. И без помощи партнеров или кого-либо отправился на скамейку на пятачке у Демида Еремеева. А в регулярном чемпионате, где практически все команды, бросок Еремеев и на добивании. Нет, да, судейский свисток был раньше. Раньше был судейский свисток. Вот здесь вот момента. Но здесь нет, здесь сам главный арбитр показывает, разводит руки в сторону и говорит, что нет, был свисток, да, я слышал этот свисток. Иногда не видно номера. Незнамо. А здесь вообще нет у нас Дмитрия Орлова. Здесь молодое звено нападающих и защитников. Волков, Незнамов и Пономарев. Незнамов. Никита останавливает. Бросок. Еще один бросок. И все-таки прошил своим броском один из игроков павлодарской команды Демида Еремеева. Для команды из Павлодара. Ой, 2 в 1, да нет, да что такое-то? Какой хороший выход, 2 в 1 надо было реализовывать. Бросать, только бросать, это может спасти темиртаускую команду, но нет, ну как? Как можно? Бросок! Большое спасибо, поздравляю павлодарскую команду, друзья из Павлодара. Вам большой привет. Нам сегодня немного грустно. Это первая домашняя игра. Это поражение на домашней арене. Но, опять-таки, это только начало сезона.